Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня нас ожидает очень волатильная торговая сессия, поскольку нашему вниманию будут представлены данные по американскому рынку труда. Этот отчет напрямую подскажет нам, что может произойти или уже произошло с инфляцией в прошлом месяце и какие решения в связи с изменениями на рынке труда и в связи с изменением потребительских цен в монетарной политике может принять американский регулятор. Я уже много раз, друзья, вам говорил, что тема повышения процентной ставки в Штатах – это основной катализатор и триггер движения доллара. И в зависимости от того, что лично вы думаете по процентной ставке, будет ли она расти, либо Федрезерв уже созрел к решению о том, что довольно с ужесточением монетарной политики, пришло время взять паузу в текущем цикле ужесточения монетарной политики, которая в конечном счете может перерасти в дальнейшее поэтапное смягчение этого монетарного режима. В общем, тема очень интересная, она напрямую сейчас влияет на вероятность повышения процентной ставки. Я имею в виду те данные, которые мы анализируем. Этот, в свою очередь, фон сказывается на динамике доллара и добавляет интереса вообще ко всему, что на рынках происходит. По поводу предстоящего релиза Non-Farm Payrolls, это блок статистики. Напомню, что этот релиз публикуется в первую пятницу каждого месяца. Мы следим за уровнем безработицы, мы анализируем динамику по заработным платам. И, конечно же, нас интересуют общие показатели по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Индекс доллара на текущий момент торгуется на отметке 103.39. И я очень надеюсь, друзья, то, что сегодня то, что мы получим по итогам торговой сессии недели, будет сценарий, при котором американская валюта будет торговаться еще ниже. Потому что за последнюю торговую сессию, то есть торговую сессию четверга, мы еще раз убедились в том, что рынок крайне чувствителен к каждому отчету. И если статистика, макроэкономические данные разочаровывают, то он тут же закладывает это в то, что ФРС не будет снова повышать ключевую процентную ставку. Мы следим за инструментом FedWatch Tool. И причем, если вспомнить брифинг, например, понедельника, вероятность повышения процентной ставки была в районе 68%. И уже тогда, в понедельник, мы с вами допускали сценарий, что если макроэкономические данные начнут разочаровывать трейдеров, то эта вероятность очень быстро изменится, и ситуация также кардинально поменяется в отношении настроений касательно индекса американской валюты, что приведет к развитию уже совершенно другой динамики, в данном случае нисходящей. Этот сценарий полностью не реализовался, потому что даже до выхода данных по Non-Farm Payrolls мы сейчас можем открыть инструмент FedWatch и увидеть в том, что вероятность повышения процентной ставки составляет, друзья, уже 24%. То есть посмотрите, какое радикальное, значительное, масштабное снижение всего лишь за несколько торговых сессий. И опять же, возвращаясь к сценарию того блока данных, которые мы ожидаем сегодня, и точнее характеру цифр, которые будут опубликованы. Здесь прогнозы не очень. Количество новых рабочих мест 190 тысяч, если сравнивать с показателем двухмесячной давности, тогда был показатель 253 тысячи. Уровень безработицы может вырасти с 3,4 до 3,5%, что будет еще одним признаком слабости американского рынка труда. И я как продавец доллара очень рассчитываю на то, что фактические цифры будут, ну, примерно такими, как ожидают эксперты, аналитики. Наверное, самый рьяный продавец во мне позволяет надеяться, что данные могут оказаться еще хуже. И, соответственно, я допускаю, что вероятность повышения процентной ставки в июне, друзья, 14 июня, заседание уже совсем скоро, будет снижена снова ниже 20%. Как на это отреагирует доллар? Если руководствоваться логичным поведением и реакцией американской валюты на изменяющееся настроение в отношении повышения процентной ставки, доллар должен дальше снижаться. В принципе, он это делает и сейчас. Еще раз повторю, текущие котировки 103.39. Я по-прежнему настроен увидеть индекс американской валюты где-то на отметке 102 пункта, 101 и потенциально пониже. А что касается вот вчерашних данных, ADP, отчет, который предваряет Non-Farm Payrolls, 278 тысяч новых рабочих мест. Это лучше, чем прогноз, но хуже, чем значение двухмесячной давности, когда показатель был на отметке 291 тысяча. Но очень большое влияние, самое, наверное, большое влияние на
Доллар вчера оказал отчет АСМ производственного сектора, который просел с 47,1 до 46,9. Соответственно, этот релиз указывает на то, что промсектор США остается в зоне рецессии, в зоне спада, что затрудняет оптимистам позицию, которая ранее им отстаивалась, точнее, осложняет вот эту возможность дальше родить за экономическое восстановление американской экономики, потому что при таком показателе промышленного сектора каких-то бустов для этого практически нету. Выступление представителя Федрезерва Харкера еще больше запутало трейдеров, потому что прям теперь точно ясно, что американский регулятор – это расколотый лагерь на тех, кто за повышение, и тех, кто против. Фактически 50 на 50. Для нас это никакой конкретной информации не несет. Нам придется лишь ждать непосредственно само заседание Федрезерва и смотреть по факту, какое решение будет приниматься. Я предлагаю дальше смотреть за статистикой. Как уже отметил, ждем нонфармы. Рассчитываем на серьезную волатильность. Обязательно в связи с этим контролируйте риски. Следите за загрузкой депозитов. И потенциально сегодня, друзья, мы можем по индексу доллара уйти ниже 103 пунктов. Золото 1982 доллара за тройскую унцию. Очень надеюсь, что золото не завершит текущую торговую сессию выше 2000 долларов за тройскую унцию, потому что придется кусать локти из-за того, что была профукана очень хорошая точка входа, но ничего, всех денег на рынке не заработаешь. Если в понедельник мы поймем, что давление на доллар сохраняется, а индекс настроения развернется в пользу того, что толпа будет уже в продажах, тогда неважно, на каком уровне будет золото, мы зайдем в длинные позиции. Аналитики Citi и Goldman Sachs ожидают, что этот квартал по золоту будет закрыт выше 2000 долларов за тройскую унцию и ожидают, что к концу четвертого, в начале первого квартала 2024 года уже котировки будут в районе 2,50 и выше. Главный аргумент этих инвестиционных банков заключается в том, что ФРС все же перейдет к смягчению монетарной политики. Британская валюта. Здесь тоже развитие сценария по тому курсу, который мы с вами определили, то есть восходящая динамика, рост актива и текущая цена уже 1,2537. Я по-прежнему предлагаю амбициозно мыслить, потому что заседание Банка Англии относительно еще не скоро, 22 июня, после заседания Федрезерва. Цель 1,28, потенциально ниже, все еще актуальна, потому что я сторонник идеи того, что британскому регулятору из-за ситуации с инфляцией придется поднять ставку минимум на 50 базисных пунктов, и они точно это сделают из-за того давления, которое сейчас оказывается со стороны Минфина, со стороны совершенно верхнего, такого самого верхнего эшелона власти, Риши Сунака и так далее. Кстати, вчерашний отчет по изменению цен в розничных продовольственных магазинах Англии показал, что в прошлом месяце цены скакнули еще на 9%. Это означает, что индекс потребительских цен все же останется как минимум на текущих высоких значениях в районе 8-7%, либо потенциально будет расти еще дальше. Бизнес против встречи отдельной с правительством, чтобы обсуждать какие-то меры, которые помогли бы остановить рост цен, потому что они считают, что ограничение цен на отдельные категории товаров в конечном счете приведет к дефициту этих товаров на рынке и спровоцирует через какое-то время, когда меры придется ослаблять, еще больше роста цен. Что-то в этом, конечно же, есть, хотя меры определенные нужно принимать. Рост цен бесконтрольный, это очень сильно давит сейчас на британскую экономику в целом и на регулятор, заставляя его все же думать о целесообразности и необходимости более активного повышения процентной ставки. По фунту длинные позиции в приоритете, в другие рисковые инструменты пока предлагаю не лезть. И рынок нефти, здесь просто стоит констатировать, что очень правильно мы определили цель снижения в районе 72 долларов за баррель. Эта цель была сделана, сейчас рынок развернулся, реагируя на общее улучшение настроения на финансовых рынках. Ждем заседания ОПЕК, оно состоится уже на этих выходных. В понедельник обсудим, какое решение будет принято. Но ранее уже отмечал, что будем искать точку на открытие длинных позиций. Скорее всего, найдем ее уже на следующей неделе. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!